ОГЭ по математике для 9 класса, задание номер 24. В параллелограмм вписана окружность. Найдите периметр параллелограмма, если одна из его сторон равна 5. Покажем параллелограмм и вписанную в него окружность. Для решения задачи докажем сначала, что наш параллелограмм является ромбом. То есть по-другому докажем, что если в параллелограмм можно вписать окружность, то этот параллелограмм является ромбом. Начнем со свойства четырехугольника, в который можно вписать окружность. Если в четырехугольник можно вписать окружность, то суммы его противоположных сторон равны. А это значит AB плюс CD равно AD плюс BC. Это с одной стороны. С другой стороны, данный четырехугольник по условию задачи является параллелограммом. А мы знаем, что по свойству противоположные стороны параллелограмма равны друг другу. Это значит, что AB равно CD, так как это параллелограмм, и AD равно BC. Подставим в первое равенство вместо CD AB, а вместо BC AD. Тогда получаем, что 2AB будет равно, то есть 2AB будет равно 2AD. Делим обе части последнего равенства на 2. Получаем, что AB равно AD. То есть мы получили равенство смежных сторон данного параллелограмма. Но если смежные стороны параллелограмма равны, то этот параллелограмм является ромбом. То есть мы доказали, что параллелограмм ABCD является ромбом. У ромба все стороны равны. А это значит, периметр будет равен 4 стороны AB. Сторона параллелограмма нам известна. Она равна 5. А это значит, надо 4 умножить на 5. Получаем 20. Таким образом, периметр данного параллелограмма равен 20. В ответ мы запишем число 20. То есть периметр равен 20. Задача решена.